Ира, грязные тарелки в холодильнике, потому что, извините, чтобы мухи не садились. А извините, помыть их слабо? А помыть обычно в раковине не мою, мне кажется, что мухи даже туда лезут, потому что Да там не потом... гони. Что ты чудишь со мной? Ну, всему есть какая-то мера, твоему контенту. Да А это что скажи, такое? это томатная паста. А там все чисто, извини, скажи спасибо, что вчера арбуз выкинул и куча всего гнилого. Ну, я помою это сейчас. Я вчера мыл. Ну, в холодильнике уже мусор. И у тебя неправильно продукты лежат. Ира, вот тут Сыры, разложишь, наверное, в доброе, вот пакете это я тебе хранились. разрешаю. Ёлки-палки. Он говорит, там в холодильнике это еще есть посуда. Вообще нормальный, блин. Я что, тебе посуду приехала мыть? К маме так чашки мыла, приехала чашки. В холодильнике стоит. Начинается с самого, еще квартиру не сделала, уже начинают засирать. Ребят, нам нужно куда-то хлеб. Есть пакетик? Ира, я сейчас все найду, все сделаю. Давай, надо хлеб со стола вот этот. Хорошо, все, сейчас все уберу. Так. Ты что, пытаешься соусник разделить? Да. А я говорю, еще хочу сказать, Даня, ну как, прилипло, Прилипла, застыло, что... засрал, да, Да, что а я оттираю, оттираю, ну не оттирается. Потом его мышина... Нет, это соусник. После этого сыра прям во рту такой, знаешь, последний кусочек тела этого сыра. Козеро, да? Ага, неприятно, да? Да. Я тоже, да, вот такие... Ну, оно ж не знаешь, Ира, берешь пробовать. Не, Вот тут, понятно, мне понравился. Вот кучи-кучи, и белый, и Да. черный был. А тот такой на любителя. Ну, ну самый дорогой был. Вот этот Ире не понравился. Так, этот. Давай, не Так, сейчас чай будем пить. Так. Кондиционер включите, Руська. Лягай, залазь, лягай. Помощница. Подвинься, бо ти зараз чертихнешся, а потім твої кості собирати тут ще. Подвинься нормально, на центр я кровати. Не лежить. Ну лежи, я зараз не ти чертихнешся з цього матраса і зламаєш шийку бідра. Лазь туди, говорю. Кость, Господи, задручена. Що, вже вона розсипалась, чи що? Так а що не видно, що? Не Требуха вилазить. Не собираються розсипатися. Ага. Ти що, вкусний от этот сир. Вот. А? Швабры, выпалощи ее, вот это, да? Теперь Угу. Швабры. Угу. О, бля! Нахер, блин! Вот и твою мать, осталось 10 швабру, да, тряпку всю. Да не, вот это белое дело. Где моя та желтая тряпка? Я вот тебя не видел твою желтую тряпку. Какой, какая? Это разве мытье полов? Это чухня, блин, какая-то. Вот она. Вот она будет хорошая для пола. А, полотенце это? Да, это кусок полотенца. Это такое как банное. Было хорошее. Это что? Наши у мамы такие были, я не знаю, может. Это мамина, кстати, приданная. Да? Все, я руками сейчас помою. Полы это не делаю. Швабру. Швабру, короче, выкидывать, да? Выкидывай нахер, это же невозможно. Ты понимаешь, ни окна еле не помоешь, ничего. Ты понимаешь? Вот эти полотенечка стали очень удобнее тряпкой для пола, да, Ира? Выкручиваются хорошо. Да, мама. Мамка проснулась, а посмотри, как тут говорят. Да я не проснулась, я же не спала. Ты что, смеешься, ты клёв? Что да, как горит огонь, течет вода, и как кто-то работает. Я не клёвла, да я еще не... Тут вымета у меня все уже чисто, Ирочка вымела шкафы. Ну, я чуть больше, Ира, понаклоняюсь, а позвонок будет. Ой, еще не готовы, побежать. Ну що ж ти хотіла, мам? 72, а Віри, він вже, в мене час вже болить. Я знаю, що молодь ще більше, це саме, швидше болі, заболівають раніше, як старі. У мене мамка боліла, бабушка ще менше, а ми вже пішли хуже, хуже і хуже. Ми з Самвелкою будемо пити чай, а ти лежи, поки полинюйся. А я що? А ти будеш лежати, віддихати, поки полини висохнуть, не вставай. У тебе ж ноги грязні. А ми чай поп'ємо. Ми чай поп'ємо, а ти лежи. А ти будеш лежати. А я тут буду. А чи ти не взяй сладкий? Можна чай. Як це можна? Ти як Родя, можна. Я 100 год не пила, не пила чай. 100 год не пила. Чай вдома поп'єш, скільки чаю у вас. 100 год не пила чай, знаєш, там, а там завал чаю вдома. Да. Вона лінівая, страшно. Лінівая, лінівая, помила три пари і все. І все, і упала. І упала. Ти лінтяйка, ма. Да, конечно. Он Ира каже, що ти треба пару обуви помила. А ти куди поперся грязних? А у мене чисті носки. Ну,
Я же завод. Я воду. Там все сыновки, там-то грязно. Что ты тоже чудишь? Он тебе мене бачить. Ира, я воду на чай беру. Ой, води я бы тебе подала. Томас, ты куда? Томас, иди, зайчик, тебе можно. Я немножко освежу тебе. Да прекрасно, Ира, ну что ты немножко? Ты сделала очень много. Я имею в виду освежу полы. Я вчера ж мыл холодильник. Ну я ж вижу, что я ж говорю, холодильник чистый, немножко его подтирала. Я думаю, что ты будешь все холодильник мыть. А я не успела, да, ну, там арбуз был вонючий. Я думаю, так, сделаю контент, Ира приедет, будет охать-ахать. Вот мне жалко Иру. А? Так, ну все, в принципе. Все, свет не моргает. Видишь, лампочку поменяла. Все, это видно лампочка. Будешь сидеть у окушка. Ну, вот эти стулья сюда не подходят, Ира. Ну, не подходят. А, кстати, барные стульчики есть со спинкой. Что ты говоришь, они без спинки? Есть и со спинкой, да, мне поскидывали, красивые. Мне кажется, со спинкой комфортнее. Ну вот ты знаешь, я вообще не хочу сюда ничего. А, вообще? Вот ты знаешь, мне так понравилось, там вот принес пакеты, положил, такое место широкое, знаешь, или что-то блюдо, или вот если вот что-то буду лепить, вот тесто катать на этом, очень классно, но широкий подоконник, понимаешь, вот, ну, как рабочая поверхность. Утром встал, там кофе попить. Ну так я могу и так попить. Подожди, ты опять собираешь мусор, но это бесконечно. Вот чего его не выбросить, а сюда складывать. Упс. Томас, ты меня доконаешь. Что он там есть? А тот жрать хочет. А что ты его не кормишь? Да ну его нахер, он уже как колобок. Что ему не даешь? Он не голодный, Ира, я 7 раз уже кормил. А, да? Да он жрет, как чокнутый. Чи корм его не держит, чи что, я не пойму. Надо, я с ветеринарами буду разговаривать, Томас. Я на себя такую ответственность не беру, типа кормить 20 раз в день. Понимаешь? Я на себя такую ответственность взять не могу. Тебя кормить 7 раз на день. Нет. Вот эту Ира лоточек, его вот этот, видишь, темный, дай мне его. И он не надо ему. Вот этот? Да, он ему не надо. Мамка подметала. Ему... Да. На. На. Да, да, я убью. Очень классно. Да не, у меня ж козырек, Ира. Да? Да. Я даже не видела, я работала, а голову не поднимала. Козырек, он вино взять сюда, глянь. Видишь? А, у меня дочь сейчас идет сухо. Ты же голову не поднимала. Томас, иди, иди, зайчик, иди. Иди, 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 иди сюда, иди. Иди, зайчик, иди. Иди. Из голодного края иди. Иди, зайчик, давай, кушай, кушай. 7-й раз уже кушай. Не объедайся. Так, что еще надо? Подожди. Ну, так, видишь, я вот разберу ящик с посудой и ее переложу всю сюда. Тут она весь сервиз влезет. А в витрину я себе куплю еще один сервиз. У меня было 2 сервиза. А в витрину куплю себе утюг, пылесос, гладильная доска. В витрину куплю... Другой, вот эти все штуки, что я тебе говорила, где пыль. А, вот эти, плинтус, да. Капец. Ира, вот это у тебя выходной, слушай. Выходной. Я заберу вот этот ковер маме, химчистку сдам, унесу, чтобы его не было. Так, ладно. Мам, что ты встала? Ты ж... Мы чай еще не пьем. Причем не переживай. Причем чай в туалет иду. А? А мы на балкон пошли? Она что-то вылазила. Ну зачем? Там помыто чисто. У нее грязные носки. Ну че лазит? Ну елки-палки. Ну это для чего я мою? Там видишь, штырь не отрезали под унитазом. Угу. Ой. Забыла время. Сейчас, Ируська. Сейчас сделаем. Это 2 секунды. Так. Открою вот этот чай. Так. Все закипело, да? Ага. Ага, все закипело. А что это ты, Башалок? Это не бойлер,
Это колонка, мам, як у тебе. Тебе така колонка, тільки в тебе ж спрятана, да? Ну так і в тебе ж спрятана. Так і в тебе ж спрятана. А в тебе вона ж спрятана. А вона буде вон сітка для неї. Вона за рішоткою буде, так? А, поняла, поняла. А я думаю, це більше спрятана. Так, тепер. Мам, достань мед з холодильника. Фініки. Та то я мамі, мамі. На дверцах мед. Так. Вот, верхний, верхний. Так. Все? Достаню там инжир, финики. Финики? И инжир рядом. А вот это, да? Да, это рядом инжир. Да. Ставь на стол. Все? Да. Смотри, ручки подстелить, их желательно где-то подстелить и закрыть. Они очень сочные. Это да, чтобы мне тут разогрелись, чтобы мошки роем летали. Что? Чтобы мошки роем летали из-за вашей лесной красавицы. Не будут летать. Ну, хай и в холодильнику. Конечно, только в холодильнике. Хай лучше. Зубы есть, будешь грызть. А вообще, они, как поспеют, они дуже это, сочные. Так. Я хоть сегодня раздавилась. А то лежу вечером, не могу спать. Рыбу же она вчера мне привезла. 2 кг. Сосиска ловлю по 25 рублей. Угу. Карпу. Пока перечистила, ляла и думала, что я постель не побачила. А сегодня уже раздивилась. Ой, другий этаж. Я проти поезд. Верхня пола. У кого? У Томаса. Верхня пола, нижняя. Як у поезді. Ну да, красиво. Це закрито. Я дивлюсь, да, щоб було не відкрите. Ти її розбирає орхідеї, ну потому що ну нереально. А, от що гріх. Так, треба пакет. Собрать. У меня дома 16, а собрать фрукты. Что ты Ири фрукты собрать. Ага. Так. Ну что, не надо тебе очень. Как бы я вот это открывал бы, если бы. Если бы там была стена. Смотрите, как я открыл и подхожу. Мам, давай мне пакет. Пакет? Держи пакет открытый. А что это? Что свалил всю кучу? Ира свалила всю кучу. Что? Боже. Что тебе давай? Пакет? Так, давай. Давай пакет держи вот этот. Давай. Хорошо, Ирусь. Так, это Ири. Давай. Так. Это Ири. Давай. А что тут ты? Там папайя. А что тут? Тут что-то. На дыню похоже, да? Так. Что ж на дыню похоже? Вот это Ири. Бачишь? Не бачила, не пробовала. Це що воно таке? Фрукт. Усетка. Це фрукт, але не наша. Замовка. Вот тоже фрукт. Забудьте на кухні, то я. Хорошо, все, Іру, добренько. Это... Заморська. Это манго, мам. Манго спілое. Манго хороша. Так, вот манго второе. Вот. Это такое что-то, как кобра. Даже не знаю, что оно такое. Вот это тоже какой-то фрукт. Шо? Мам, я не знаю. Я таки не бачила. Де ти понабрав? Ірику. Де ти такого набрав? Так, это... Перший раз. Ага, вот они. Я тут попробувала, я не бачила. Я тобі покажу. Дивись, яке. А це колюче, що це таке? Що це лохмате? Воно щось є добре? Да. Що це таке? Не знаю. Дай я один попробую. Обійдешся. Та я попробую. Ні, мама. Що воно таке? Це Іря, воно дуже дороге. Ой. Дороже мене. Да. Дуже дорога кава. Я потім тобі куплю, ти приїдеш і будеш пробувати. Покушав і пішов в туалет, і ми з тобою відео зробимо. Так, це лимон. Це лимон теж є. А Ірі, ну вже Ірі. Так, подожди, це виноград. Ні, не треба, це ти тяжелий вже Ірі. Це виноград. Іра, Гена встрітить тебе? Гена встрітить? Гена, коли встрітить, так, от це Ірі сир понравився, какой-то от этот сир понравився. Так. И вот этот кусок сыра тоже положу сюда. Так, и оливки Ире понравились. Сейчас оливки положу. Так, что там? Орехи, она сказала, не ест. Это рыба и такая. Конфеты, рикотта, хирота, яйца не надо. Хамон, мамон, цена так и не будет. Пачку сухих этих пироги. Вот. И вот это надо отдать. Все. Стой, холодильник. Да, нема. Все. Сейчас я их замотаю, хорошо. Гена тебя встречает? А, все, тогда я тебя проведу. Ну, я тебе положил, тут оно тяжелое просто. Там фрукты, там папайя, херая. Зачем ты что, я тебе поскладываю?
подобное. Я думаю, не буду брать. Нет, это даже не обсуждаю. Я тебе купил. Это тайский из Таиланда. Что из Таиланда? Это тайские фрукты. Ну тебе прям с Таиланда их привезли? А это с магазина из Таиланда привозят. Нет, я не буду брать сам. Ира, нет, так, не это не обсуждается. Нет, не Ира, здравствуйте, я тебе, да, я давай тебе купил. Все, садимся. Что ты чудишь? Я орхидеи забираю. Там тебе и оливки я положил, и кусочек. Зачем? Ира, зачем? Все. Да я не буду больше тебе приезжать. Так, покушай. Так, подожди. А где холодильник. Я не пойму. А, холодильник. Собака летает вот над этими мошками. Да? Сыром, да, вот, да, вот ну ничего, сейчас мы их, Ира, это я потом уберу. А вот то все, я сейчас липкие ленты поразвешу, я не буду долго. Это я немножко. Не-не-не, чуть-чуть, вот так, все. Не, еще давай, еще, хватит, еще. Хватит, я влезу, чтобы он тебе, ну ты его меньше так. Тягал. Все, хватит, хватит. Мамка, садись. Ах, ты что теперь, убираешь то, что не допометала? Нет, ты что, такая красивая лежала. Ируся, спасибо тебе огромное. Да, спасибо. Черт, чешу. Мам, мусорки. Да потому что оно ж везде, везде, везде. Правда самое. Везде шито. Все тянется и тянется. Тут до чистого сейчас еще надо. Пьем чай и вызываем такси и поедем. Ну, во всяком случае, все порымать уже. А ты что? Потом буду потихоньку смотреть. Я тебя проведу, посажу. Посажу и поеду. Да, ради бога. Да, боже мой. Ой, боже мой. Да только 25 раз поднялся. Прям мотался так, Ируська. Ну, блюдца уже я не, да, ну, не мыл. Мам, садись, чи туда, чи сюда, куда хочешь. Я там нашу ягодку, давай. Так, все. Фух. Вот это вот ешь. Вот теперь мы чай пьем. Да, финики, нет, вот эти вот рулетики надо. Рулетики. Я не буду больше ничего съесть. Ну все, я тебя... Я вот инжирчик с чаем. Все. Халву попробую. Стоять на балконе, любуется Ирочка, уезжая. Спасибо тебе, зайка. Обувь сушится. И Руська, все. Да. Молодец. Очень классно сам был. Хорошее место. И трамваи, и автобусы. Хочешь на трамвае поедем? Что ты боишься? Так что Русь трамвай? А мы успеем? Успеем. А далеко ехать? Нет, в центр поехали. Туда. Куда поехали? Мам, давай одевайся, поедем. А, ну, наверное, с мамой Ира будет. Не. А чего нет? Не-не-не, там он даже до вокзала, оттуда надо пройтись. А, поэтому не-не-не. Тогда на такси. Тогда что, вызывать? Ну, минут 7. Да, я посмотрю. Мам, ты переодевайся. Да, я пока. Сейчас. Давайте спросим. Ну, а отправление тут не написано. Вы можете 17-5. Да? Да. А ты спроси у людей. Ой, да, Ир. По времени, да? Ира, давай на такси тебя отправим. Ну, кажу, давай Иру на такси отправим. О, мы тогда платили на свадьбу 800, по-моему. Сейчас, мабуть, больше 1000. Ты шо? А так стикли на Запорожье. 60 гривен. В Запорожье дешевле, 62 гривны. Вот это 60? А в Днепра 68. Почему-то, да. У нас сервис. У нас вокзал, как корыто, надо содержать дороже. Так, ну, ничего-то недорого. Тут 90 километров, наверное, да? Ну, 2 часа едет. Вот 2 часа едет, тяжело ехать. Ехать тяжело, я устаю. Когда я ехала оттуда, вот в прошлый раз, или не говорю, оттуда я выехала, у нас же дорога какая, отвратительная. Вот, потом мы, ну как бы, едешь по Запорожью, выехал на трассу, ехал, нет, все, вышел нормально. Обратно, когда я ехала, едешь по хорошей Днепровской дороге, по трассе, и заезжаешь в Запорожье. И, знаешь, когда с плохого в хорошее, как-то не замечаешь, а когда да с хорошей дороги, кажется, одинаковые дороги. Я думала, наш автобус просто рассыпется у нас на набережной. А вот так, знаешь, сразу чувствую. Сейчас сюда опять я ехала нормально, сейчас назад сейчас опять почувствуешь. Приедем в Запорожье. Мам, начинаем. Вы на таком автобусе ехали? Да, да. Куда, это куда? В Миргород. Нет, а, не нет, на Богдане. На желтый Богдан. Что Патрошенко покупал. Говно. Трясет невозможно. Мы вот так. Слышишь? Вот так, Ира, вот так крысюся. Едет же по трассе. Стоят остановки. Я крысюсь, Господи, хотя бы никто не садился. Понимаешь? Потому что он тормозит. Вещит, пищит в салоне. 5-6 человек. Вещит, пищит. А я, кстати, вот на голову. Ехала у нас по городу, где-то я села, попала на такой автобус. Богдан. И я вспомнила тебя. Он действительно, он тормозит, тормозная система сработает. Во-первых, она пищит, она срабатывает практически вот так. Ну, это ужас. И я мать сразу вспомнила, что она имела в виду. Да, я не знаю. Я приехала, заболела. Этот внешне, так, ну, как по размерам такой, как батан, вот это.
Светка психует, говорит, это самое, что мамку посадили, ты пойдешь с ней. Да, я поеду. Меня высадят на остановке и сразу поворачивают вниз туда на мост. Приходи. Ты на работу, хорошо. Тебе не надо никакого. Какая работа, сегодня нету. И Самвельчик, отдыхай. Хорошо. Еще покушай. Так, а мы давай к тебе, а потом меня заберут. Так, по дороге меня высадят, а ты поедешь дальше. Там рядышком тебе. Так, я выйду на остановке, где мы садились. И машина повернет вниз. И влево ты поедешь на мост. Я поняла, это ты дома станешь, считай. Ну, конечно, дома. Пусть отдыхает, он тоже бедный. Конечно, пускай отдыхает. А что я, от чего я устал? Кушать я тебе вечером. Одно дело, когда ты лежишь. А другое дело... Ируська, там, да. Смотри, посмотришь фрукты, и какие, может, сильно спелые, чтобы съела сразу. Чтобы не это самое, чтобы не испортились. Обязательно. Я все убрала, всю дочь. А я смотрю, за, я понимаю, думаю, блин, здрасте, срака, Новый год, сложила. Я порядки быстро навела. По складу. Там что-то такое, я ёжик, кажу, дай что мы попробую. Сразу там какие-то даже, что я не ел, я не знаю. Там было такое... Ну, там рамбутан вот есть, вот этот есть. Лохматый, рамбутан, я не знаю. Нормально. Раскалывай, и внутри там что-то раскалывай. Есть. Раскалывай. Да. Я потом есть такое, как шкура змеи сверху, что-то такое, какая-то такая гладкая. Манго есть, манго есть, ну, потом надо есть. Ну, манго, папайя, потом вот такая красная, вот эта маракуйя, чи шо она. Ну, такая, знаешь, как драгон. Драгон фрукт. Я таких не бачу. А, ну, знаешь, такое, нет, рамбутан это волосатая. А то такое, знаешь, как красное такое, как типа кактус такой большой, а внутри красные черненькие семена такие. Разрезаешь и ложкой вот это ешь внутри. Оно такое красное. Не постоит оно дня два? Дня два постоит. Вот это постоит. Это постоит. А ты съедай эти манго, съедай. Они сильно спелые. Да, съедай. Это тайские именно. Там были египетские. Говорю, дай мне лохматые попробовать. Она говорит, дай мне. Сунь эту сумку, то дай маме. Давай я тебе дам. Не надо, Ира, успокойся. Ничего не, я ей потом куплю. Я куплю. Губы накрасила. Подвезон тоже спешила. Зачем? Спешила. Так хорошо мы сегодня побыли. Ага. Жалко, не что видно мы сегодня все вместе. Нет, ничего не видно. Вот это видишь, у тебя футболочка потоньше. Он такой тонкий, тонкий. Вот смотри, хорошая, тоненькая. Я потею моментально. А та толстучая такая-то, что? Ну, толстая не так потеешь. Ну, ты так же потеешь, может, больше, просто не так она проступает. Да, да. У него хорошая футболка, он их не гладит. Постирала. А он же я... при мне достал сушки. Они хорошие. Ну, да, он говорит, я не заморачиваюсь гладить. Я делал, на мне разгладилось. Не, ну рубашку там такую он будет гладить. А допустим. Надо у Тюхера какой утюг купить? Ты не гладишь вещь? Нет, я глажу, но моему уже. А ты постельное гладишь? Да, и все. Ой, боже. Я гладила и носки раньше, у примужила. Вот такая квартира была. Все глажу, все. Что ты смеешь? Я такая помню, молодая, да. Была, я все носки гладила. И носки, и трусы, и постель. А сейчас сложила и до свидания. Да, нет, я все глажу. Слышишь, а пылесос какой брать? Браун. А пылесос какой брать? Советуют это, знаешь, какой-то... Декстер или какую-то херня такая, знаешь, что вешается на стену, подзаряжает. Да нахер, пять минут он пылесосит, а потом хороший, хороший надо пылесос взять. Вот, моющий можно взять. Вот я хотел сказать, в твоем варианте кафель можно везде. И моющий. У тебя везде, во-первых, шерстянка, он будет сразу пылесосить. И мыть и все нахер, да. Я тоже так считаю, нахера у той дайсы. Что, давай, Ируша, можно садись? Я поеду. Чтобы все, это давай, зайка, спасибо тебе большое. Спасибо Береги тебе, зайчик, большое. Давай, спасибо тебе. Береги себя. Хорошо. Все, мамка, все, пошли, давай. Так, всем привет. Все вместе, да. Ой, хорошо. Все, давай, не держайте. Давай, Ирочка, всем привет, все хорошо. Смотри, там вещи свои. Спасибо, что помогаешь, братушки, приезжаешь. Я уже все. Такая, что еле-еле. Садись, мы постоим. Не надо, езжайте. Езжайте потом. Поедем. 5 минут туда, 5 сюда, нормально. Ира поехала. Ну. Все, пошли. Пошли. Давай, Ира. Пошли. Давай, бежи за автобусом. Пока, пока. А я так укрепился, но вот она уезжает, а я думаю, еще дальше от меня. Или то поближе, жила в Крыму далеко. Поехала, Ирочка, плачется, да. И опять. Пошли. 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 Жалко, Ирочка. Чего жалко? Поехала. Вместе хорошо. Тоже уже 50 лет. Вместе хорошо.
И что? Хватишь. Это тебе эти, заберешь на один ложки, все эти наборы она мне дарила. Возьмешь. Спасибо. Вони, я мама, что нема, в ней полуников, ничего нема. Конечно. Я виноват, что она вытянула ей мені набор. Уже, слышишь, мне уже провезли сдачу. Мне уже сдачу. Ну, будуть ще одні. Я вже була приспособила до твого того пластмасового, розового. Тоді Тамара привезла. Тепер от я ті хватаю. І ще комусь подарю, як треба буде. Сразу тільки сказала, тут вилітає сам. Мама, плаття це вже все. Та, вже все. Знаю, воно вже рути, заляпала. Я його навіть ну, стирав стиралки, але навіть не стиралась. Вчора я стирала, то що-то не стирується. А сьогодні в тебе ж... Це жир, що-то жир, мабуть. Непонятно що, другий раз жир вистирується, це що-то таке. Или ну, в ресторане какая-то заливка была, или что-нибудь. В каком ресторане? В этом. А, мы же на свадьбе я была в этом Ну, что ты так ела, что у тебя все платье в заливке? Да что ты? И посмотри, да и тут, да я и тут. Не трогай, не трогай ну, его. Не трогай? То, что оно не выстирается. Ну, так я тебе, зачем ты так одеваешь в город? Ну, я спешила, когда сказали, что Ира, ну, я все, бью. Больше его вообще ну, выкинь его, у тебя дома. Куча платьев новых. У меня есть, я буду выкинь дома. Его нахрен. Легко, я буду дома в нем. Тебе куча платья, нахера ты ее носишь? Ну, ті жарки не хочу. Це мені дома легко. Тебе ой, Ілона, он сколько? Там, кстати, Ілона спрашивали у тебя, где ты покупала такое платье? Ты мне напиши, вот то с ромашками. Что это производство, где его это можно купить? Это производство Москва, называется если что... ромашки платье. Да? Да. О. ХБ. Вот так, производство Москва. Тут меня женщина спрашивает, она скажи, говорит, маме хочу на день рождения очень подарить. Очень красивое. Ромашки. И вот очень эти. Для тела хорошие. Ну, вот на все такие платья. Ну, тебе есть те, что я купляла, они легкие такие. Я знаю, есть у меня много людей живых. Я одену очень красивый костюм до Гены, до зятя на 50-летие. Это мне тоже... Боже, уже по 50 лет, мама, боже да, мой. Да, им по 50 недавно были одноклассники по 17, а сейчас по 50, представляешь? Ну, мам, что делать? Я Ирочку родила в 22, а Ирочка Карина тоже в 22 года. И разница у нас, мне будет 72 было, а ей 50, на 22 года разница. А быстро время пролетело после 50, как после... Ты Иры в кукурузе зачла? После, да, кукуруз, трех кукурузов. Виноградники, скажи. У нас дома виноградник был, мы сидели в винограднике тоже. Вот такие гроздья были. А что выкопали виноград? У нас был, а потом гараж там построили, за гаражом был большой участок, черный-белый виноград, а он прятался от деда, чтобы дед не видел отец мой. Просит, Таня, пойди принеси воды, винограда есть, а он же сладкий, я пойду тихонько воды в хате возьму.